В Актау прошел 10-й ежегодный республиканский творческий конкурс «Ахбирен». В мероприятии приняли участие около 130 учащихся 8-11 классов. Состязание проводилось по нескольким направлениям. Подробнее расскажет мой коллега. В ходе торжественной церемонии открытия республиканского конкурса было отмечено, что за десятилетнюю историю состязаний в них приняли участие около 1000 школьников, в том числе 35 учеников получили гранты на обучение в различных вузах страны. С пожеланиями к участникам выступило руководство областной администрации. Аманжол Алтай бастаған қонақтарымызға қош келдіңіз деп айта отырып, бүгінгі басшысы Нұрлан Асқарұлының атынан ыстық лебізімізді қабыл алғайсыздар. Конкурс включает несколько направлений, таких как айтыс, конкурс ораторского искусства, художественное чтение, написание эссе, игра на национальных инструментах. Сегодня многие участники конкурса будут писать эссе, и мы надеемся, что в будущем из их числа выйдут талантливые последователи творчества таких знаменитых писателей, как Абиш Кекілбаев и Мухтар Магауин. Цель конкурса – поддержать одаренных школьников, дать им возможность реализовать свой творческий потенциал. Также участников состязания ждут диплому первой, второй, третьей степени от Министерства просвещения Республики Казахстан. Один из постоянных участников – 15-летний Аян Куаныш из Туркестанской области. Он говорит, что благодаря таким состязаниям нашел множество единомышленников на творческом поприще. Этот конкурс очень много значит для меня. Ежегодно я принимаю в нем участие. Жюри всегда оценивает наши способности по справедливости. Хочу выразить благодарность всем организаторам конкурса. В состязаниях приняли участие около 130 школьников. Победители наградили дипломами и памятными призами. Юрдос Кужантайлы, Ролан Аметулы, Дидар.